Здравствуйте, меня зовут Эвелина Чернакова, мне 9 лет. Я живу в городе Москва, занимаюсь в детской тренинг-студии «Актер». О себе. Я очень позитивный человек. Люблю посмеяться, люблю потанцевать. Я занимаюсь фигурным катанием. Я снималась в рекламе «Кардиант». Это шины. Я люблю гулять и делать колесо. Мне нравится танцевать, я это очень люблю. У меня много друзей, но в классе у меня есть нелюбимый человек. Это мальчик Илья. Он все время меня обзывает, и я его ненавижу. Я тоже его обзываю, и недавно меня с ним посадили. И мне очень из-за этого неприятно. У нас поставили по 3 парты, так что со мной сидит мой друг Дима. Это хорошо. Мы с ним постоянно болтаем, но наша учительница говорит, что поставит нам в дневник замечание. А сейчас я расскажу вам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Зимнее утро. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северной авроры звездою север явись. Вечер. Ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес вдали чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена. Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не лить ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.